За 7 месяцев этого года на территории Гомельской области отбылось 26 пожаров у садовых товариствах. Сотрудники МНС отправились в рейд, каб напомнить жыхарам и уладальникам дачных участков об правилах обыходжания с огнем. У приватности спальвать смецем можно только у затишное надворье при обовязковой наявности першесных сродков пожаротушения и на безопасной отлеглости 10 метров от будинка, 20 от лесного массива и 30 от места, где складируется сено або сад. Мангал або гриль усталёвывают как минимум у 4 метрах от дома. При распальванні огню ни в каком выпадку нельга выкрыстовывать горучие ваткости. При выявлении пожаров необходимо неоткладно поведомить про здарение 101 або 112 и постараться как мага худшей покинуть небеспечное место. Супрацовники МНС нагадывают, за выпаливание сухой травы або за непринятие мер по ликвидации выпаливания накладывается штраф от 10 до 40 базовых величень. Хотелось бы обратиться к гражданам, не выжигайте сухую растительность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101-112.